вспоминаются все природные инстинкты, заложенные создателем, и охотник, и инстинкт самосохранения, все себя проявляет. Гоша в Канаде очень нравится. Тут всего много интересного. Бабочки, цветочки. Всегда есть чем заняться. Гоша охотится за лягушкой. Видите? О! Тут два или три маленьких лягушонка. Как он их заметил, я не знаю, но во всяком случае прыгнул в соседскую яму и начал охотиться за ними.